чувак, я люблю Иисуса. Я покину их, чтобы устроить вечеринку. Журнал Манделы. Меры безопасности. Пристегните ремень. Знай своего врага. Тип первый. Дуппельгангер. Зачем ты это сделал? Мои глаза! Жертва номер один и жертва номер два. Марк Древолюбский и Сизар Замок. Алло, это Сизар. Надеюсь, я не слишком поздно. Не, все нормально. Как у тебя дела? Ты в порядке? Да, нет. Моя мама чувствует себя странно. Так что я еду в больницу. Ты бы не мог сделать мне одолжение? Нет, чувак, прости. Я очень занят. О, да ладно. Да ладно, Марк, пожалуйста. Всего лишь одно одолжение, нет, Марк, пожалуйста. Нет, Сизар, всего я, лишь прости, одно. Я не могу. Марк, я не могу, Сизар. Марк, пожалуйста, я очень тебя занят ничего сейчас, не попрошу. Марк, Сизар, пожалуйста, прости, Марк, пожалуйста, я просто не пожалуйста, могу. Марк, ты мне нужен сейчас. Это не то, что я хочу, это то, что мне нужно. Ладно, хорошо, что тебе нужно? Можешь, пожалуйста, включить камеры, которые мы устанавливали, чтобы нас не ограбили? Если не возражаешь, то я спрошу, а зачем? Ну, для безопасности, да? Я иду в больницу, и знаешь, кто-нибудь может ограбить мой дом. Это слегка неуважительно, чувак. Нет, типа, Сизар, моя мама чувствует нет, себя странно, нет, я не об этом, Сизар, прошу. Тупые вопросы. Кстати, у тебя закрыты двери и окна? О, да. Конечно, закрыты. Опять ты со своими вопросами. Сизар, почему Сизар, ты спрашиваешь эти Сизар, тупые я, вопросы? Сизар, типа, мне нужно серьезно. Зайти в твой дом, поэтому я и спрашиваю, Сизар. Оу. Да, если что, ключи лежат под ковриком, просто возьми их. Окей. Да, я просто включу их и свалю оттуда. Ты знаешь, я не особо люблю твой дом. Да, ладно. Еще кое-что. Ты бы не мог хорошенько посмотреть... Ирить! Задний коридор. Воу-воу-воу, Сизар, что это было? Ты о чем? Этот звук, что это было? Я не знаю, о чем ты говоришь. Это? Что это было? Я не знаю. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Об этом, Сизар, ты прикалываешься надо мной или что? Ты думаешь, я буду Сизар, прикалываться я сейчас? Я слышу что-то, я мне это не нравится, это вымораживает думаешь, меня. Я могу сделать тебе одолжение, шутки? Но я не могу понять, что у тебя за звуки на заднем плане. Поэтому я и спрашиваю. Да, ты постоянно задаешь тебе идиотские вопросы. Я даже не знаю, что тебе сказать. Наверное, это птица или типа того. Птица. Ну, да, я не знаю. Ладно. То есть проверить задний коридор и все? Да, и все. Окей. Ладно, мне пора. Я уже почти около больницы. Хей, Марк, спасибо тебе. Да, без проблем. Сизар, это не Сизар, я серьезно, прекрати издавать этот звук, это мне это не я, нравится, я не зачем знаю, ты это делаешь, зачем я, ты я, это я делаешь знаю, со мной, просто прекрати. Звук увеличился в 0.534, начало записи. Кто ты? Ты мой сын? Я ничего не вижу, дай я включу свет. Что? Нет! Да, я включаю свет. Нет! Сизар. Это я, Марк. У меня для тебя подарок. У меня сюрприз. Пусти меня, Марк. Открывай дверь, Марк! У меня подарок! У меня подарок!
У этого есть подарок, Сизар. Мне интересно, что же это? Сюрприз! Они устроили вечеринку, Сизар. Оу, спасибо. Прости, у меня нету денег. Я так больше не могу, мне стоит рискнуть. С меня хватит! Проваливайте из моего дома! Все! Над чем ты улыбаешься? Валите из моего дома прямо сейчас! О, какого хуя? Открой свои глаза. В смысле открыть свои глаза? Я ничего не вижу! Давай, просто открой свои глаза, Марк! Сизар, это что ты? Эй, куда ты пошел? А ну вернись! Эй, что ты там делаешь? О-оу, ты застрелил свою маму, Марк. Проваливай из моего дома! Это мой дом! Я твоя мама! Нет, ты одна из них! Ты одна из них! Я твоя мама! Почему ты не умираешь? Потому что ты стреляешь в мать! Отстань от меня! Я твоя мама! Ты сволочь! Ты не смеешь называть меня так! Я твоя мама! Маркус, прекрати! Хватит стрелять в меня! Как ты узнал мое имя? Потому что я твоя мать! Что смешного?